Закрыта целка. Ё-моё, Юля, ну как ты так? Ну, а меня кто берет, что ли, в 25-ку? Ну все, сейчас пойдешь. Никто не... Не то, что тебя никто не берет, ты не приходишь. Вообще, блин, пиздец. Yeah. Юля где-то АФК неделя. Бланк. Меня вообще куда-то сегодня возьмут или мне можно чилить? Ну, подождите, пусть Айраски там будет. Не знаю, что у меня... Две минуты я был. Завис. У тебя тоже, Кирилл, привычка вот это первую-вторую пати миликов накидывать, третью-четвертую РДДшник? Ну, я так ориентируюсь, потом я раскидаю, если надо будет. Пока что я так ориентируюсь. Ну, мне так удобнее ориентироваться. По классам, чтобы всего было. И при этом, чтобы не второе, что-то стало. Я с циркуля к такой хуйне привык. Хотя бывало, местами меняли там на первую-вторую, типа РДДшник, третью-четвертую милики. Так, Андрей, пойдешь завтра, короче, вместе с ИВК, ГМХ, МРС, второй рейд. Что у нас второй рейд состоит? Ну, я, кстати, что-то... А, не, подожди, стоп, у меня идея. У нас не будет тогда АП. Банк же в Сурве, по-моему. Да. Блять, не надо всунуть по-любому. Бигтоти не самоубийца. Надо робота на кого-нибудь умирать. Так, Синрис или Патринжемастер, что у вас завтра по РС-ке? Эхны, не люди. Кто завтра из вас хочет пойти? Сейчас подразделим. Синрису и Патринжемастеру прием. На кунка сиди, блять, на замене, заебал. Пойдешь во второй рейд. А на ЦЛК будет перебор? А? На ЦЛК будет перебор? Да, на ЦЛК что-то поменяю. Пока что так пойдем. Пока что пойдем так. На РС-ку. Остальные пойдут завтра в РС. Которые не попали. Главное, чтобы люди пришли. Да будут люди, если что, я с ЛФГ доберу с Энролом. Не переживайте. РСК в любом случае завтра будет. На замену кому? Ладно, редакция, удачи вам. Ридиган, вот ему. Только если да, твин есть. Не надо. Ты к носу. Че, не похоже, что у меня твин есть? Нет. А проходки-то нет? Аналоги есть. Так, лок слабый у тебя, 19 дпс, да, это мало вообще. На замену бигмаме пишите все. Все, давайте я... Так, дермич, я тебя нацелковать. Что такое? Кто танчит? Кто танчит? Ноль танков. Реслины фонарь. Сейчас РС, потом ЦЛК. Давайте поехали трэш быстрее. Давай договоримся. Этот фонарь забирай на себя, пробудите для фина, а этот и отводи. А фонарь этот реслин остальный. Так, Халёна хуёво обидела, но я мультик из пеку сдал на Халёну. Выпейте это говно из-за деревьев, пожалуйста. Уха! Кирилл!
Как кнопочки тыкать? Я разучился. Пальчиком. Ребят, на замену вы можете встать. Там в Дискорде написано про это. В каком-то из каналов, я уже не помню где. Там написано, типа, если у вас есть твинг подходящий, который, ну, типа... Вы не можете улучшать, короче, WP. Только если у вас есть второй персонаж, подходящий по требованиям подземелья какого-либо. С ЛК, РС там, или прочих хуйней. С доступом и прочих хуйней. Если у вас один персонаж, ЕП вы получаете только за один рейд, то бишь за второй, который будет за РС. Блять, вы там развести можете, нахуй? Алло, блять. В чем проблема, нахуй? Реслин, забери командира, блять. Ты зачем? Да не маст таунтом забирай, блять, одиночным таунтом, блять. Почему пробудитель бегает, блять? Один таунт ебучий, и все, больше ничего не надо. В чем проблема, блядь? А, у меня такой вопрос. После недавних обновлений у кого-нибудь FPS нормально идет или падает? Да, упал. Да. Ну, у меня больше 30, блядь, не поднимается. Что за хуйня? Ну, у меня тоже 37. У меня 47 часов. 17. У меня лок на 60 стоит, но у меня ровно 60. Ну вот сейчас мобам подходили, у меня просто больше 30 не было ни раз FPS. Типа, хуй знает. Ну, 31,5, ладно, вот так максимально было, сейчас помню. В прошлом это было беспокойно, там плюс 40, плюс 50, типа, ну, со всеми эффектами, со всем хуйней. Что-то новых рассел, типа, какие-то, ну, вот, поджираются. Ну, я не заметил, типа, только вот сервак в последнее время лагает. Это что за купол-то? Бывает. Но они еще сказали, что они будут делать неспособность, короче, использовать любые визуальные вроде бы патчи там вообще полностью убирать их. Часть типа вырезать. У меня есть макрос, если хочешь, дам. Там, короче, вообще все эффекты вырезать. Ну, у меня есть этот патч, я тоже его скачал. Там-то прикол, они скоро сделают его не использовать. Так, закройся рот, пожалуйста, еще раз вы, блядь. Вы не можете, сука, спулить нормально или что, и развести нахуй. В чем проблема, блядь? Я не понимаю, нахуй. Танки, блядь. С трэшем беда, короче. Сейчас попытаюсь все сделать. Не, у нас типа пачка... Да при чем здесь нахуй на пул, блять? Вы не можете, сука, собрать два пробудителя отдельно, блять, и остальную хуйню нахуй. Паладинами ебать. Два пробудителя, блять, забрать проще всего, нахуй. Нажимаешь ебать в одного нахуй тарелку, блять, второго нахуй таун, блять. Развел лужу нахуй, молот праведника и все, ебать. Это жизнь трудно, радуешь, когда мастаунт существует. Выкини его нахуй и не пользуйся им нахуй. Ну, я его использую только когда надо. Красава фонаря, я тоже крышу его до последнего на медведя. Не, пачка трэш. Заберешь, который станет стоять? Ну, не всех. Ну, подождем тогда. Это пиздец. Не, ну хоть косты сбиваются, а то, блядь, когда косты не сбиваются, еще хуже, блядь. Бля, просиливай? Похуй, бля. Сейчас у меня ебейший ветер поднимается, я пойду окна закрою, тут сейчас ливень. Одну минуту, а пока. Куда пошли, болтары убьем сначала? Можно баф какие-нибудь? Дайте сто... Кринж, за гагунь дайте столик. Рыбу хавать. Спасибо.
Вы чё, уёбки? Сука, вообще, да? Я уже в том набрал, блядь, 100 штук. Ну, демон успех не избать, или кто там, блядь, демон не был нах. Мать в демона, значит. Ну, я тогда сейчас возьму, блядь, спейси, нахуй, у которого есть демон, блядь. А то со всех, блядь, в демонов переспеклись в Африке. Короче, палы. Ну, мне эти, блядь, ну, хуйня не надо. Палы, решайте сами, кто что из вас там бафает, я бафаю кулачки. Фонарий забираешь первого, а Реслин забираешь второго и третьего. Где-нибудь вот сюда вон печенку можешь. Кридики, блядь, подъебало. Да я-то вижу. Иди, блядь. Да пиздец, а что, нельзя каску дать, типа, 5 палов, нахуй, и у меня каска, блядь, барабанная, нахуй. Сейчас минус одну, подожди. На, дал каску. Типа я просто рота два я раза заменил. Два раза в чат написал. Рэндж, держите на ком, блядь, алло, закройте ебало, пожалуйста, Рэндж, держите, блядь, и не бейте на ком, нахуй, стаки, блядь. Реслин, забери, пожалуйста. И отведи эту хуйню. Раньше набрали, не бьем эту метки. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. 80 стаков. Готов все забирать, Реслин, следующий. Реслина прохил максимально. Реслин, если что, после ревна снова прижимайся. Рейндж. Комстаки. Сюда марш. Зовер, у тебя в полипауэр и каски стоят. Ребятушки, сколько нас тут? 33 человека, 25 в рейде. 5-8 тел еще параллельно в дискорде. Те, которые сейчас не находятся в рейде. Я предупреждаю всех и сразу. При сборе рейда, блядь, при сборе на РТ 8.00, все, блядь, быть в дискорде. Я никому, нахуй, потом лично каждому в ПМ, блядь, отвечать не буду, нахуй. То, что говорят, блядь, всем, нахуй, в дискорде. Не хотите, блядь, не надо, ваши проблемы. Мне, блядь, заебалось, я вам, блядь, не попугаю, нахуй, чтобы сидеть каждому потом и писать, нахуй, кто что, блядь, говорит в дискорде, нахуй. Если вам это не надо, идите нахуй тогда. Это просто, блядь, уже за столько лет накипело, на. Ой, блядь, ладно, короче, поехали нахуй так. Батя, что там у тебя? Все, окей, нахуй. Гера, давайте.
не успела шаг. Нет, она уже летела. А где Мира? Она прыгнула. Не верю. Угу. А где Мира? Почему она взлетела с ней уже? Кто МТ-шт? Ты тьму. Этого босса. А, ну, это сами разбирайтесь. Что ты МТ-шт, это стримпус, который собирает. Что за нытики сидят там? Что-то в ней вообще пиздец какой-то. Чё это за купол такой страшный? Зандалары. Зандалары? Да. Осуждаю. Ты куда там встал фонарь, мы тебя не видим. Так в смысле не видите, а вот перед вами. Ты за пригорком каким-то? Ну, не знаю. Тебя поначалу радио тебя было видно. Как стоял, так и стою. Вопрос. Какого хуя у нас стоит аура коня, а ауры на огонь нет? Феникс, там у Акумы свет вырубили из-за сильного ливня. Да, кстати, в Москве сегодня дождь. Лютый такой. Можно почилить цвету, пожалуйста? Назойливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Я бы и в тьме почилил. Я имею в виду про танкование. То же самое. Мне особо нравятся эти сверки страшные, преследуют. Не люблю преследователей. Mm. Ладно, похуй. Будем без Акумы. Так, первая, вторая пати тьма. За исключением Арислины. Арислины Глю остается все время свету. Зовер потом будет свет. Расчина полома. С этого же дерева его забирать? Я не помню. С любого. Реслин, танчишь свет, блядь. Ты же танчил уже вроде. Нет, ты остаешься во тьме. Я танчила. А Реслин, я тебе покажу, куда встать. Сейчас прямо за и выйдет. Блядь. Так. Короче, Ан, зайду с дерева, я просто уже не помню. Выйдите, выходите все, отойдите надо. Отойдите дальше. Юля Хиловская, чё, рекаунт, что ли? Ну да, маленькое второе окошечко потом сделай. Ой, я второе вряд ли. Арислин, иди в печеньку. Арислин, встань, пожалуйста, в печеньку. И там будешь ловить босса. Просто танчишь вот там все ли. На боку все. Арислен, смотри, если метеор разливается под тебя, то ты, короче, не двигаешься, ничего, просто стой, ты должен, ну, хапал должен прохиливать. Встаньте все кучнее, хули вы рассосали все. Ай, меня напулили. Фонарь, если бы сейчас задуло вред, нахуй, тебе пол ебай срезал. Я знаю. Нет, я на нитросах побежал. Метеор перебежали быстрее. Мы уже не стоим, с лужи выходим.
Заходи в фонарь. Только не забудь прожаться там. Прожался. Заходите все. Звезду ставим. Вроде так стоит, не помню. Забегулина вынеси. Забегулина, лё, блять, вынеси с рейда нахуй. А, всё. Лезвие, может, двигаемся? Да. Творочи. Смотри, чтоб тебя только не сдуло. Везде бегайте. Молодец. Энджермастер. Умираю, вынес. Аккуратно, сейчас стопнули ДПС, во тьме не бьем вообще. Третья, четвертая пати вышла. И зовер плюс. Тьма не бьем. Стоим АФК ждем. Кристина прохиль сейчас умрет там. Свет бейте там. Герру дайте свету. Свет вы там дамажите? Да, да. Это ж незаметно, блядь. О, все, тьма бейте. Да ебаный урод. Дай диспел. Аккуратно, Лиза, сейчас будет. Тьма больше ДПС. Рид. Дай его тебе геру. Там, хотя еще когда, блядь, на большинстве. Зажимайся. Гера была. Там и в свету, видимо, тоже никогда была. После этого дракончик остался. Блядь, свет стопните немножко, пожалуйста. Фонарь прожмите. Свет стопните, не бейте вообще. Давайте дожмем проще. Не надо, блядь. Стоп, свет, не бейте. Все, можете бить тебе. Он дровнится. Реально. Ну, плащ выпал, кстати. Хует там, блять. Бутсы Adidas. Не знаю, что плащ такого. А у меня такие бутсы есть, фонарь. Теперь у меня есть. Отказывается от лута быстрее. Ну, Акумыч, короче, не скоро придет, так что... Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Он там написал всю проблему, что у нас случилось, конечно, пиздец. В эфире будет спекаться в аэродром, где Рофлыч. Рофлыча нет. Рофлыч откисает, значит. Мира, я съел. Так, по луту поехали. Вова, сними, пожалуйста, и я отойду. Окей, окей. Так. Фонарь десятка, да? Гриси не будет драться за них. Так я же мейн. Фонарь мейн. В магазине продается. А, нет, еще нет. Ну, скоро. Ебать.
Макс, спасибо, ты такой добрый. Да. Я очень добрый. 3, 2, 1. Ряди камин. Плащ. Так, ты где? А, ты сзади. Кто-нибудь демона спекнется или мне менять кого-то из вас? То Локи к вам обращение сразу. А мы же вроде спекнули с демона. Вроде как. А, окей, хорошо. ГЦ Холич. Чё-то дохуя за 271 плащ, блядь. Ой. Батя. Ну что же плащик-то? ГЦ батя. Капец. За 271 плащ? Настя, такая... пожалуйста, потише. Кого там бьют?